Александра Никифорова – российская актриса, известная по ролям в исторических сериалах. Артистка играет и современных героинь, но признается, что перевоплощаться в даму из прошлого проще и увлекательнее. Внешность Александры способствует тому, что режиссеры видят в ней добродушную русскую красавицу. Однако исполнительница делилась с журналистами, что предпочла бы изображать хитрых злодеек. Что касается ее личной жизни. Еще во время учебы в Санкт-Петербурге личная жизнь Никифоровой резко изменилась. Артистка встретила избранника, с которым согласилась пойти под венец. Муж Александры тоже имел отношение к кинематографу. Евгений Семенов, режиссер художественных фильмов. В том числе ради супруга актриса оставила институт и переехала в Москву. Пара не затягивалась с желанием завести детей. И в 2015 году Александра поняла, что беременна. В декретном отпуске исполнительница пробыла 1,5 месяца, а затем приступила к работе. Евгений привозил Саше дочку Анну прямо на съемочную площадку. И молодая мама кормила малышку в специально отведенной комнате. При этом Никифорова писала в социальных сетях, что материнство – лучшее в мире занятие. В конце 2017 года СМИ проведали о разводе Никифоровой и Семенова. Со слов мужчины, в доме внезапно начались скандалы. Актриса потребовала заключения брачного контракта, по которому право распоряжаться заработанными совместно деньгами оставалось бы за слабой половиной семьи. Кроме того, Евгений обвинил жену в участии в фильмах сомнительного характера, приводя в качестве аргумента распространенные в сети фото модели в фривольных нарядах и позах, внешне похожи на Александру. Режиссер потребовал права опеки над ребенком и определение места жительства, поскольку поначалу Аня осталась с отцом, а потом Никифорова якобы обманом забрала девочку. Масло в огонь конфликта актрисы с мужем подлил отъезд Александры в Стамбул на съемки сериала «Султан моего сердца». Бывший супруг заявил, что мать не занимается воспитанием дочери, оставив малышку на попечение бабушки и дедушки. Однако в результате судебных разбирательств ребенок остался с матерью. Сейчас сердце артистки свободно. После работы в Турции СМИ заговорили о романе Александры с исполнителем главной роли Али Эрсаном Дуру. Слухи укрепились, когда актер приехал в гости к Никифоровой в Москву, но российская знаменитость уверяла, что с Али ее связывали исключительно дружеские отношения.